Балетный хореограф и солист Большого театра России Егор Симачев провел уникальный урок на высоте. В качестве балетного станка воспитанники мастерской балета использовали один из самых длинных подвесных пешеходных мостов в мире. Всего в уроке участвовало около 15 детей. Самой юной участнице всего 3 года. Самым рискованным па был шпагат на перилах моста. Правда, выполнила его не воспитанница мастерской, а одна из преподавательниц. Это должно быть заявкой на рекорд книгу Гиннесса. Впервые в жизни, представляете, они вот вышли на такую вот, да, конструкцию, шатающуюся, да, какую-то для них совершенно невероятную, и отзанимались балетом. Кроме занятия на мосту, мастерская балета также провела открытый мастер-класс. В этом уроке уже смогли принять участие все желающие. Завершением мастер-класса стало выступление воспитанников мастерской, а также их преподавателя Ольги Селивановой, артистки ансамбля Министерства обороны России.